Сотрудники Енисейского ферросплавного завода проходят медосмотр в краевой больнице. Сегодня об этом в редакцию 12-го канала сообщили красноярцы. В краевой больнице подтвердили, сегодня и завтра у них действительно проходят профосмотр сотрудники предприятия, созвучного с ЕФЗ. Точнее, оно называется «Электрические сети Енисейского ферросплавного завода». Руководство фирмы по телефону объяснило, что в 2010 году, когда они создавались, еще и речи не было про народное ополчение против ядзавода. А название они выбрали, говорят, почти случайно. Их компания поставляет энергию на предприятия, расположенные на территории бывшего Красмаша. Так что в этом случае тревога у красноярцев ложная. Между тем, экологи и общественники подвели итоги народного опроса по ферросплавному заводу. Напомним, урны для бюллетеней были выставлены на избирательных участках 8 сентября. И большинство, а именно 99,4% горожан против строительства ядзавода. Поддержала идею ферромарганцевого производства меньше 1%. Свое мнение высказали 109 196 красноярцев. Кстати, на выборы в горсовет голосовать пришло на 25 000 человек больше.